Эти первокурсники поступили в одно из самых лучших учебных заведений нашей страны – Анапский филиал Московского педагогического государственного университета. И сейчас их задача – чтобы то, что достигнуто, приумножить и преувеличить. Но преподаватели университета им в этом помогут. На торжественной линейке директор Анапского филиала Московского педагогического государственного университета, депутат Совета муниципального образования города-курорта Анапа Елена Некрасова поздравила всех первокурсников. Она предупредила вчерашних школьников, что их жизнь в университете будет полна открытий. Мы очень вам благодарны, что вы доверили нам свое обучение. Мы благодарны родителям, что они выбрали наш вуз для обучения своих детей. Сегодня у нас день насыщенный. 4 церемонии вручения студенческих билетов. Мы рады, что каждый из вас пришел и сегодня станет студентом Московского педагогического государственного университета. Ну а 3 сентября в понедельник начнется ваша студенческая прекрасная насыщенная жизнь. Добро пожаловать в ряды студентов одного из лучших вузов Российской Федерации Московского педагогического государственного университета. Стоит сказать, что развитие образования в Анапе непосредственно связано с анапским филиалом Московского педагогического государственного университета, которому в этом году исполнилось 20 лет. Это отличная площадка, которая предоставляет безграничные возможности, обеспечивает молодежь лучшими знаниями. Несомненно, этот набор самый удачный за последние 5 лет. В наш филиал пришло более 450 первокурсников. Большое количество бюджетных мест, 160 бюджетных мест. То есть все ребята, у которых были хорошие баллы, которые хорошо закончили школу, смогли поступить на бюджетную форму обучения, чему мы очень рады. Большое количество студентов колледжа, вуза, на заочное отделение пришли. Мы уверены, что в этом году очень хорошие студенты и рады, что такое большое количество студентов выбрало наш вуз, наш филиал. Для нас это большая честь и гордость. На ярком празднике виновники торжества познакомились со своими кафедрами, приняли поздравления от почетных гостей, получили студенческие билеты и зарядились хорошим настроением на весь учебный год. Особо отметили студентку первого курса – Ульяну Баталову, которая закончила школу с аттестатом отличия. Об этом университете очень много положительных отзывов. Мне его рекомендовали, и мне он очень нравится тем, что я могу получить в нем хорошую специальность. У нас большой спектр специальностей и направлений. И любой абитуриент может выбрать то, что ему необходимо в дальнейшей его жизни. Поэтому к нам поступили спортсмены мирового уровня, к нам поступили те, кто сегодня защищает нашу страну на чемпионатах Европы, на чемпионатах мира. А образование, конечно, им нужно очень серьезное и солидное. Одного из лучших вузов Российской Федерации, поэтому мы всем благодарны и очень рады, что они в рядах студентов-первокурсников. В Анапском филиале Московского педагогического государственного университета рады каждому пытливому и неравнодушному студенту, которому интересно учиться и которого интересно учить. Говоря кратко, 1 сентября – это своеобразная точка отсчета для тех, кто вступает в мир знаний, и для тех, кто этими знаниями обладает и готов щедро делиться. 1 сентября. Праздник прекрасный для всех педагогов, для всех студентов, школьников, начало учебного года. Конечно, я всех поздравляю, желаю, чтобы этот учебный год был творческим, интересным, очень разнообразным. Ну и чтобы все студенты получали хорошие знания и жили насыщенной студенческой жизнью. Олеся Давыдова, Виталий Кущ, 39 канал.